Соревновались в силовой эстафете, гонках на тренажерных байках, подтягивании. И это далеко не все, в чем юным спортсменам удалось себя проявить. В каждой из 5 команд участниц спортсмены с серьезным уровнем подготовки, поэтому борьба сложилась нешуточная. Об этом говорит и небольшой отрыв по системе баллов при подведении итогов. У нас сегодня были 3 задания, которые ребята выполнили успешно, главное, без травматизма. Задания были не так, что там легкие, но это была командная игра. И команда, каждая отвечала не только за себя лично, но и за каждого как раз участника этой команды. Победу забрала команда «Динамо». 2 место у спортсменов из «Державы» 1. Бронзу получили ребята из «Державы» 2. Однако обделенным никто не остался. Все участники соревнований получили памятные медали общества «Динамо».